Дорогие друзья, мы сегодня находимся в Аркадь Бахшиш. У нас открылся новый магазин «Шок». Давайте посмотрим, что внутри. Зашли в магазин. Вот такие ценники у нас идут на хлеб. Разный вид хлеба. Тут у нас идут печенюшки. Тут же можно будет купить себе шлепки. И разные мелочи. Тут у нас овощи. Друзья, цены в лирах. Умножаем все на 4, поэтому не забываем переводить в рубли. Здесь орешки. Опять печенюшки. Разные конфеты. Чай в Турции, сахар, 5 килограмм, 400 рублей. Кто любит кофе, соответственно, мы обычно пьем Якобс, но эта цена дорогая. Шоколадная паста, варенье, молоко, разные приправы, пирожки. В Турции очень напряженно с гречкой. Гречка практически не продается в редких случаях и очень по дорогой цене. Поэтому будьте готовы, что здесь будете заменять ее другими продуктами. Очень распространен булгур разных сортов, разного помола. Оливковое масло и подсолнечное масло. Здесь, как видите, можно найти все. Супермаркет полностью оснащенный хозяйственными и продуктовыми направлениями. Дорогие друзья, здесь продается вот такой сыр. Кефир разного сорта. Айран. Это все сыры. Мы очень любим вот этот сыр Сюзан Пинер, очень вкусный, утром на завтрак кушаем обязательно. Йогурт заменяется сметаной, поэтому они продают в таких больших контейнерах и готовят много всего из йогурта. Здесь разные вкусняшки готовые уже к употреблению. Масло сливочное. Есть соленое, это вот это, и не соленое вот это. И, конечно же, колбасы. С колбасами, конечно, нашими российскими не сравнится, но сосиски вот эти похожи на наши, то, что продается в России. И пробовали такую колбаску, очень прикольную. Наггетсы здесь тоже распространены, их очень большое множество, разных размеров, можно подобрать для себя, чтобы приготовить быстро. Яйца. 3 десятка стоит 69 лир. Не забываем умножать на 4, это в рублях будет цена. Кола. То, чего лишены граждане России, это колы. Куриный отдел. Соки.
заморозки практически здесь нет, потому что все кушают свежие овощи. И, конечно, мороженое для любых сладкоежек – это важно. Мои дети обожают Кордоров и Твистер Форест. Также здесь есть детское питание. И пангузники. Разная мелочь. Порошки. Я тебе дам дома. Я тебе дам. Я тебе дам дома. У меня есть для тебя маленькая.